Пилка погасла, и хлеба не грамма, и нечем буржуйку уже растопить. А в комнате в мертвой папа и мама, и мне лишь немножко осталось прожить. Я чувствую, сердце колотится редко. И страх уж ушел из замерзшей души. И вдруг в нашу комнату входит соседка. Подходит ко мне и меня тормошит. Скорее одевайся, без хлеба и в холод. Ты выжить не сможешь, один никогда. Ты помнишь свою музыкальную школу? Там детский приемник, иди-ка туда. Я вышел, шатаясь от злобного ветра. И смазан голодных текучих прыжков. От дома до школы 400 метров. А сколько же это ребячих шажков? Короткий тут путь от могилы к спасению. Спокойно пройти не могу и теперь. Валился я, падая в школьные сени, с трудом распахнув тяжелую дверь. И в чувство меня привели, накормили. Голодные сами, как я, доктора. Ах, как же страдальчески страшными были суровые блокадные поры детвора. Когда пролетели, но пульс Ленинграда сучит в моем сердце блокадной судьбой. Хоть внуки великая жизнь отрада, уж старше, чем я, то проклятый земной. Но мысль мою душу предательски гложет, саднит, будто в ране осколок стекла. А если б соседка пришла чуть попозже, а если бы школа чуть дальше была?